Наверное, если вот вы внутренне оглянетесь в окружающих вас людей, вы обязательно припомните такой персонаж. Вот такую добродушную, очень кокетливую, очень ветреную, но вот искреннюю, совершенно честную душой девушку, просто очень легкомысленную. Вот такова Мюзетта из оперы Пуччини «Богема». Мюзетта, которая постоянно ругается со своим Марселем, художником, и вот их перебранки очень забавно, так сказать, проходят через всю оперу. Но Мюзетта, которая способна отдать вот последние серьги свои для того, чтобы спасти, чтобы купить лекарство умирающей Мими. И Мюзетта, которая готова бросить Марселя, потому что она нашла себе богатого покровителя, который дал ей возможность одеться красиво и вообще выйти в свет красиво. И она знает, что она такая красивая, и все вокруг падают, и все вокруг на нее смотрят. И вот этот знаменитый вальс Мюзетты, так называемый выход Мюзетты, на сцене это очень получается нарядно, когда так с кавалерами стоят вот кавалеры, которые провожают ее восхищенным взглядом, и она выходит в прекрасном платье, такая красивая, и говорит, ну что, Марселю, ну что, вот видишь, какая я, да, вот такая теперь у меня жизнь, а ты там сидишь в своей бедности, твори свои никому не нужные полотна. Понимаете, но это лишь временное состояние, потому что тут же она убегает от своего богатого покровителя и опять возвращается в компанию своих веселых, бедных, талантливых друзей. Вот такова Мюзетта. И сейчас вы услышите выход Мюзетты в исполнении, это уже не театр Александрова, это уже, да, это уже Академия молодых певцов Мариинского театра Маргарита Иванова за роялем Екатерины Князевой.